Здравствуйте, народ. И сегодня у нас пришла очередная посылка с Китая, на этот раз бандеролька. Вот такая вот. Оценили ее в доллар. Весит она 20 грамм, как написано. И по идее должен прийти кабель. Вот такой вот зарядочки. Точнее, блок питания от ноутбука. Сейчас мы проверим, что же пришло к нам. Кабель нам прийти для самодельного полноценного блока питания для ноутбука от автомобильного аккумулятора або любого другого аккумулятора 12-вольтового. Так, смотрите, запаковано вроде бы ничего. А вот наш кабель, даже с оригинальной липучкой. О, это уже радует, потому что так, ну, длину я его замерять не буду, тут и так видно, что тут хватает кабеля, потому что у меня в принципе на блок питания такого же самого размера, можно сказать. Так, ну, гнезда совпадают. Единственное, что получается, это гнездо оригинальное немножко больше в пластик утоплено, а это немножко более открытое. Но в принципе то, что оно немного будет не доходить полностью, то это не страшно. Все равно, думаю, ноутбук будет работать. Не знаю, как там вам видно. Она, ничего не видно. Ну, в принципе, это не столь важно. Вот она как оригинальная идет. По идее, вот это вот комплект замены провода здесь блок питания. Но мы будем его использовать в следующих роликах для самодельных целей. Ну, в принципе, вот такой у нас пакетик пришел. Было у него вот что. Рекомендую, кстати, продавца. У него есть и на другие ноутбуки штекера такого вот плана в его магазине. Ссылочку я оставлю в описании. Можете себе к ноутбукам заказывать, у кого накрылся штекер. У меня не накрылся, но мне такой провод надо был, потому я заказал. Стоило это все мне, по-моему, если не ошибаюсь, 3 доллара там с копейками, 4,72, 4,76, я уже не помню. Заказывал это где-то 2-3 недели, не, 3 вроде недели назад я заказывал. Ну, посылка шла на неделю дольше, чем я ожидал, в принципе. Ну, в принципе, все. Всем до свидания. Подписывайтесь. Оцените. Также, надеюсь, скоро куплю себе нормальную технику. И видео улучшится в качестве. Ну, в принципе, насчет моей покупки, как вы видели в новостях этого канала, все зависит от вас, зрители. Наберется 1000 подписчиков, куплю раньше. Не наберется, куплю по возможности. Ну, всем пока.